Ну так, здорово всем. Сбегала на локацию, словил эту легенду, появился медалист. Так, сейчас покажу его. Почиталось, что это один из трех защитников покемонов. Вот он, Кабалион, стальной боевой тип у него. Такой прикольный. Ну, собственно, и все. Есть такая атака уникальная. Святой меч. Дамаг 90, физический тип. Вот так. Такс. Продолжаем к городку двигаться за драконьим значком. Таймербол. А, спрей надо использовать. О, Розелия. Классно. Хватило, однако, дамагу. Ультрабол был. Так, хорошо. Здесь что? Редкая конфета тоже пригодится. Все осколки нужны. Чем больше, тем лучше. Какая-то поляна. С предметами, что ли. Спать охота. Герокросс. Был такой жук, неоднократно встречался. Боевого типа. Ближний бой. Фигово. Сильно много что он отнял, но видите, флот залива все равно. Один на один разбивает. Ох, опыта дали. Ну. Двойная битва, куда ж без нее? Правильно. Две раздели. Хорошо, ваншотнул. А, блин, мог и убить. Флайган. Ого. Чё за урон такой бешеный? Чё сейчас было? Флайган опередил. Но походил Флодзель. О, вот это прикольная штука. Все ХП вылечивает. Сколько бы там ни было его. Маршрут 12.
деревенский мост какой-то. Ничего, подлечимся, сейчас продолжим. Так, это типа в теннис они что ли играют тут на поле на этом. Да, покеболами, блин, с покемонами внутри. Вишмикот какой-то. Вимсикот. Ну и название. Так, он, по-моему, травяной. Давай попробуем, рискнем его прокусить. Да-да, нет-нет. Да. Ах ты гад, а. Скорость мне понизил. Мега-дренаж. Да, он травяной. Ой-ой-ой, как тупанул, надо было этим самым. А, нет, хотя стоп. У меня атака это уже забыл я ее. Опережающая водяная атака есть. Акваджет. Вау. По-барски опыта, конечно, дал. Еще одна теннисистка. Карбас, это, по-моему, стат скорости прибавляет, если я не ошибаюсь. Да. Зангусу дадим его. А так. Так, сделаем. Ну и по мосту бы неплохо было бы пройти сверху. Но сейчас хочу снизу оббежать, посмотреть, что тут вообще есть. А потом на мост, если что, подымемся. Лилигант. Ну, а понятно, что она не огненная. Поэтому... Так, делаем. Смотрим, насколько она крепкая. Квиверданс. Это у нас... такой танец, да, специальная атака, специальная защита и скорость возрастает. Ага, опасный танец. Так, может она разогнаться, и хрен я ее кем развалю. 48 уровень. Так, шикарно. Принимал участие в ПВТ, в турнире в этом. Старик. Высокоуровневая битва. Ну давай покажи, кто там у тебя. Санфлора. Тоже она травяная, ничего сложного не вижу. Какой сложной битве он говорил. Непонятно. Большой гриб. Ага, еще конфетка пригодится. Давай поплывем, посмотрим, что тут. Да, тут есть какой-то клочок земли, большой жемчуг. Пригодится. Так, голубые осколки, но их надо много. Я помню, находил этого чувака, который атаки разучивать может.
Чешуйка еще одна. Прекрасно. Ага, пираньи у него. Чем флотзель будет ее бить? Вот этим дабл хит. Давай. Ох, как слабо. Дабл эйдж. Ага, страдает от этого, от отдачи, в общем. Сколько опыта? 3000? Хорошо. 50 уровень флотзель набрал. Все, его можно, в принципе, менять. Угу, вот так вот ровно все идут. Никакого тут города, я смотрю, нету. Просто мост какой-то, только он жилой. Ах, да, спрей. Зангус, ух ты. Ты тут тоже есть. Ультрабол. Посражаемся? Почему нет? Господи, где город уже этот? Я надеюсь, следующим маршрутом там город уже. Сенслэш. О, блин. Один у него, он, интересно. Гирошар. А ну полет. Давай проверим урон. Ну. Это хорошо дали. Но Сенслэш этот крепкий гаденыш. Так, что, где? Здесь вот что-то есть. Да ладно, в урне что-то было. Как хорошо. Люблю урны проверять. Так, и что это за чуваки? Фул баскетболиста. Угу. Ликит, Электабас. Давай Ликида и Электабас. Почему у меня Флейган отодвинулся на задний план? Что за бред? Короче, давай вот так. Скалипит быстрее всех, да не может быть такого. А, статусами обменялись. Бывает. Всех смыл нахер. Кедрени фени. А, ну. Всех, да не всех. О, это столько опыта. Тут
проблем больше с этим боем, чем опыта в итоге получаешь. Ну вот, посмотрите, все ранены, статика, блин. Опыта по 300, по 500. Да. Надо убежать от этого чувака поживее. И вылечиться, блин. Двое банки как раз. Банки паралича тоже есть. Антипаралича. Я в этой серии хотел эту значок взять. Ну, походу не судьба. Бой против поварихи или повара. Кто там у нас на манеже? Ну, повариха, так понимаю. Все же. Хитмар. Хитмар, он огненный вроде бы. Сейчас мы проверим это земляной атакой. Ого, у него здоровья сколько. Маленький даклет, утенок. Ты чё? Ла-ла-ла-ла-ла, опьяневший. Ой, какой мост классный. И что это? Стой, 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 подожди, подожди. Ты тысячный оппонент. У меня был типа страйк 999 оппонентов. Будь моим, типа, будь моей тысячной победой. Джентльмен, Стоунвелл, Дюрант, так, ага, понятно. Ты чё такой крепкий-то, а? А, вот так давай сделаем. Железная голова. Что за бред, блять? Вот ублюдок, а. Окей. Сейчас мы тогда его попробуем вот так. То флайгану не фартит на опыт. Кранч пытается разгрызть. Удачи, блять. Вот Эмбар, да, вот это он, конечно, решает. Лукарио. Хана этому Лукарио, и я не думаю, что он тяжелый. Мы проверим, насколько он крепкий. Не, насколько он не крепкий. Вот и все, блин. Изи Эмбар просто на изи расправляется. Буду ждать тысячного оппонента, снова набирать, типа, сражаться. Ну, удачи. Чё, город? Нет, дорога 11. Вот, блин, а. Я уже обрадовался. Так, у меня банки кончились, тем. А, отдыхает он у меня. Ну, ничего. Ему надо атаки посильнее флайгану. 60, 80. Ему надо землетрясение где-то найти, которое
у которого урон 100. Вот это будет, да, что-нибудь такое. Ну, блин, нужны осколки. Да и нужно будет слетать, где турнир, посмотреть, может он сможет выучить какие-то атаки дополнительные за сердце, вот это, чешую. Разноцветную. Так, Эмолга летающая, ее ваншотаем вот таким макаром. Алтария, тоже летающая. И тоже дракон. Танец дракона. Ого. Гиперлуч. Нафиг он мне нужен. Флайген гиперлуч разучивал. Удивительно. Так, здесь что? Йиху. А, достой, что это письмо. Письмо. Нет, не доставлю никуда его. Можно я не буду сражаться? Так, что здесь показывает мне? Что-то наверху, значит. О, на тебе. Раз. Тебя тоже ловить надо, что ли? Так, а вот здесь можно проплыть, я смотрю. Full heal, ну пригодится. Статусы снимать. Ну, поймаю тебя потом тогда. Ну вот это хорошая штука, Max Potion. Все, хп лечит. Глайгер. 300 лет ты мне не нужен. Ну, где же город? Сейчас-то будет он. Ну, ё-моё, наконец-то. А, Ирис. Привет, мы виделись в Костеле. Помню тебя. Удачи. Это вот такой вот у нас... этот город, ты что хочешь? Медали я собираю. Я хочу слетать сейчас на турнир, посмотреть по атакам, может кто что сможет вспомнить. У меня появились эти чешуйки и норм, может будет что там. Чем могу помочь? Так, давай-ка мне эти таймерболы, потому что я на того потратил. И вот такие вот даскболы, давай штук 10. Все. Нет, не все. Потому что я того буду снова легендарного второго покемона ловить. Пригодится. Вот так, вот сейчас хорошо. Тренера. Угу. Вот сюда. Сейчас посмотрим, что здесь. Может, что-то изменилось в атаках. Ну, покемоны прокачались и так далее. Может, что-то новое будет, ну, мало ли. Так, мне Флайген интересует. И все? Офигеть. Ой, господи.
Так, Зангус. Так, понятно. Всех посмотрю, не поленюсь. Скалипит. Стимроллер. Так, это что такое? 65 урон. Есть высокий шанс испугать противника. Блин, штука хорошая. Флотзел. Разгрызание. У него, кстати, есть. Можно взять такую, выучить сейчас ему. Почему нет? Давай так и сделаем. Пополезнее будет, чем вот это 35. Ну что это такое? Бред вообще. Вот так вот уже получше. Эмбар остался. Рука молот. Блин, можешь взять ее, чтобы он сносил мозг нахрен просто одним ударом. Да, я это сделал. Это армтраст, вот это щелчки, блять, вот эти меня никак не это. Поначалу нормально было, но урон 15, от 2 до 5 ходов 30. Ну нет, это уже не серьезно будет. Ну а вот так, вот это да. Это он будет реально выбивать мозги просто такими ударами. Обежим маленько город. Так, там маршрут, видимо, какой-то был, но сейчас туда нельзя зайти. Ты чё? Тройные битвы. Ну, я припоминаю. Гальвантула, мимик использую, говорит, мимику. А, у меня такой шарик уже есть. Помогает сбежать от диких покемонов. То есть я экипирую свою флайгану таким дымным шаром. Вроде как, если я правильно понял. И все. Дикие покемоны. Ну, от них можно будет убежать. От любого. А, вот его гим Драйдена, этого пенсионера. Да ты что, подарочная коробка. Так, ну что-то бедноватый город какой-то получается на подарке. Здесь что с этой стороны? Маршрут тут.
супермаркет, походу. Эликсирка. Так, ну как я могу пройти мимо такой шевелящейся травы-то? Господи, и тут и молга была. Ну, это хреново. Нет, я тебя замочу сейчас камушками. А, вот оно, да? Темный. К темный гем попался. Айрон. Так, железо у нас. Здесь что-то было. Видно, что тут какая-то пещера. Или она откроется со временем, понятия не имею. Железо. Стат защиты повышает. Ну, пусть будет Зангус. Каракарок. Хорошо. Земляной тоже у него тип. Intimidate. Так, он снижает атаку. И скорость тоже снижает. Кранч. Так, разгрызание. Защита. Ой, все мне поснижал прям. Так, блин, ладно. Я думаю, что не вижу тут на маршруте ничего такого примечательного. Думаю, что я его потом за кадром пройду. Зайду в этот супермаркет, посмотрю, что там продается. Прикину, там, может, что-то куплю. И встретимся уже в следующей серии, уже у Гима этого города. Вот, вот так. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.